Данное направление дополняет другие направления, характерные для нашей компании. Ну, как вы знаете, прежде всего мы занимались производством биологически активных добавок. Кроме того, биокосметические средства. И это как бы новое средство, новое направление нашей деятельности, которое как бы способствует повышению терапевтического воздействия на организм человека. Более того, мы считаем, что он обладает такой уникальной особенностью. В нем сочетается три свойства, а именно магнитотерапия, терапия с помощью инфракрасного облучения, работающего в дальнем диапазоне, а также терапия, осуществляемая с помощью отрицательно заряженных ионов. Некоторые из тех, кто одевает браслет, сразу ощущают воздействие этого браслета, такое покалывающее воздействие на запястье. Другим для ощущения воздействия такого или желаемых результатов требуется несколько дней, а есть, то есть некоторым через, скажем, неделю. Но в принципе мы считаем, что такие браслеты нужно носить постоянно, тогда они оказывают долгое, длительное терапевтическое воздействие. The infrared and the others. Браслет воздействует, то есть вкладыши или основные части этого браслета воздействуют не только вот на отдельные точки на запястье, но и на весь организм в целом. Тем более, учитывая то, что этот браслет воздействует на кровеносные сосуды, которые разносят кровь по всему телу, и сосуды расширяются в результате такого воздействия. It is not a medical device. Точно так же, как, скажем, массаж или облучение не является медицинским или средством для лечения каких-то болезней, точно так же и браслет не является таким же средством. Он снимает болевые эффекты или болевые ощущения в отдельных частях тела. Он оказывает терапевтическое воздействие на весь организм человека в целом. Я полагаю, что спрос будет, конечно же, будет большой спрос на эти браслеты, потому что он не похож на все остальные типы браслета, которые носят люди в России, поскольку при изготовлении таких браслетов используются три технологии. И он в целом красиво выглядит, похож на ювелирное изделие, которое носят. Почему бы и нет? Действительно, я думаю, что будет большой спрос.